Ну, то есть понять все просто, да? Это знают даже дети. Проще этого вопроса нету ничего. Ну, то есть, все, иначе все, что вы говорите, так коню понятно. Вот, но я говорю, понимаете, не для коней. Я говорю для тех людей, которые хотят развить в себе эти качества и начать так жить. Поэтому говорю, повторяю, чтобы это глубже усвоилось и чтобы человек поменял свою жизнь. А это очень сложно. Я когда проводил диссертационное исследование, 1.5-2 года человеку надо слушать лекции, чтобы корни менялась его жизнь. Средняя статистика такая. 1.5-2 года. Человек слушает, и тогда начинает меняться уже жизнь. Он глубже знания заходит. Первый этап захождения знаний, человек все понимает, ничего поменять не может. Это нормально, надо просто слушать дальше, изучать дальше. Второй этап захождения знания, человек начинает чувствовать, что ему хочется это делать. И сначала он начинает с изменения каких-то основ своей жизни. Он начинает менять режим дня, начинает менять питание, там, движение и так далее. Такие простые вещи. Потом дальше, следующий этап, он чувствует, что он может уже что-то делать, но не все. И он не делает так, как он хочет. Понимаете? Потом дальше он начинает уже делать практически все. Но изменений в жизни пока еще больших нет. Потом начинаются изменения. Такой постепенный процесс. Что и как меняется в жизни у человека, который работает над собой? Он стал на путь благости. Что меняется? Сначала меняется его собственная жизнь. Потом меняются его друзья. Потом меняется его отношение к труду. Потом меняется его последовательность, слышали, да? Потом меняется его отношение с супругом. Да, мои хорошие, только потом. Вот потом меняется его отношение с детьми, потом его отношение с родителями меняется, а потом меняется отношение с дальними родственниками. Понятно, да? Вот так судьба все туже начинает разматываться. Начинается все с того, что я меняю себя. И мне становится самому легче жить на фоне всех этих людей, которые у меня есть вокруг. Мне легче жить. Мне лучше стало. Все. Это первый этап победы. Потом дальше меняются друзья. Как только тебе легче жить стало, все, тебя начнут окружать другие люди. Очень хорошие, добрые, порядочные, будут тебе помогать в жизни. Потом дальше меняется отношение к труду или работа. Человек начинает в другом месте работать или относиться лучше к тому, что он имеет, у него начинается развитие на работе. Потом, как только это произошло, у него меняется отношение в семье с мужем, женой. То есть все зависит от силы. То есть сначала на себя только силы хватает, потом на друзей, потом на деятельность силы хватает, потом на мужа. Человек копит силы, когда он благостно живет, ему больше сил становится. И заканчивается все чем? Человек может менять других людей уже. Вот он свою жизнь поменял, дальше что происходит? Ничего не останавливается. Начинает менять жизнь других людей, вкладывать туда силы. Это бесконечный процесс. Никогда не останавливается развитие человека. Самое главное, что вы должны усвоить на моем семинаре. Когда придет злая судьба, что с вами произойдет? Первое, что произойдет, вы будете в шоке и подумаете, что кто-то виноват перед вами. Понятно? Второе, что произойдет, вы не поймете, что это злая судьба. Вас так закрутит, мозги так закрутят, что вы не поймете, что это злая судьба, вы будете на кого-то плохо думать, печалиться, огорчаться. Все что угодно будете думать, но только не подумайте о том, что у вас наступил плохой период в жизни. Вы в это сразу не сможете поверить, я вам точно говорю. А вам надо будет к этому прийти. Если проходит время, ничего не меняется, все так же тяжело и плохо, значит пришел плохой период в жизни. И первое, что вы должны сделать, отвлечься от того, что это виновата мама. Отвлечься от этого, иначе ничего не изменится. Надо принять также, что вот тебе положено вот такого человека по судьбе. Ну то есть как это определить, что человек твой? Он нормально?
нем типа качество устраивает. То есть он стремится туда, куда надо. Он более-менее развитый, нормальный. Ну, допустим, у тебя нет сильной привязанности к нему, он тебя больше любит, чем ты его. Это уже мелочи. Хотя на эти мелочи люди в страсти сильно внимание обращают. Говорят, Олег Геннадьевич, понимаете, вот он меня гладит, мне ничего не возникает, как я могу с ним жить? Ну как, зачем мне с ним жить? Человек в страсти так говорит. Он не понимает, что придет время и будет тебя гладить, у тебя будет возникать. Почему? Потому что ты узнаешь этого человека лучше, у тебя появится к нему симпатия, чистое отношение какое-то. У кого так произошло? Ты вышла замуж, просто было, ну, был приятный человек, а потом возникло такое чувство хорошее. Есть такие люди? Есть. Один человек всего. А у кого сколько ждать по времени? Пошло. Все зависит от вас. То есть, ну, может, год-два там в среднем. Но в целом зависит от вас. Если вы... А у кого наоборот? Вы замуж вышли, было очень много любви, а потом все пропало. Это вот классика. Как... А у остальных что, вообще все ничего не будет. Понимаете? Или остальные лекции не слушают. Не сначала ничего не было. А чего вы женились-то? А? Ну, потому что фильмы такие вот были, что встретятся там, влюбятся там, не знаю. Да, не бывает такого. Вы просто забыли. Если человек не нравится, ну никто не будет с ним жить. Ну зачем это надо? Вот две собачки подошли друг к другу. Что они делают сначала? Нюхают. Это значит нравится, не нравится. Не нравится, они пошли дальше. Если нравится, побежали вместе. Все. У людей точно так же. Снюхались называется. Вы забыли просто уже, забыли, что у вас вы снюхались. Ну а что вы печалитесь сейчас? Ну вот у вас такая судьба, примите судьбу. Думайте об... О, вздыхает. Почему? Принимаете. Вот, моя хорошая, знаете, что вам я сейчас хочу сказать? У вас идет плохой период. И он начался полтора года назад. Полтора года назад, так как сейчас, вы не думали. Вы уже забыли об этом. Понимаете, у вас идет плохой период сейчас. И вы видите, в каком сознании. То есть вы говорите, так было всегда. Вот запомните, мои дорогие друзья, так действует судьба. Вот смотрите, если у вас наступает хороший период, он проходит буквально полгода, и вы думаете, блин, у меня всегда было в жизни все нормально. Все забывает, все, что было плохое. Все, у меня жизнь нормальная, все. Никогда плохо не будет. Если у вас идет плохой период, вы говорите, у меня, Олег Геннадьевич, всегда была тяжелая жизнь. У меня хорошего в жизни ничего не было. Так действует плохая судьба просто. Она человек примагничивает, он больше ничего надумать, ни о чем думать не может. Через год и один месяц плохет плохой период. И вы опять очухаетесь, будет легче. Но если вы хотите изменить свою личную жизнь, то менять не человека надо. Надо сначала менять себя, потом свое окружение. Потом отношение к деятельности, а потом только дойдет дело до человека. И он тоже начнет меняться со временем. Это процесс долгий. Поэтому не надо на нем зацикливаться. Станьте самодостаточным. Станьте самодостаточным, и вы станете счастливы. Даже независимо от того, как он себя ведет. Как можно побеждать судьбу? Начинать надо с себя. А для этого надо отвлечься от человека, перестать думать, что... Из-за него все проблемы в моей жизни, все. Если был другой человек, вот, как бы было бы лучше. Понятно? Ладно. Какой правильный настрой к победе над судьбой? Как человек должен настроить? Всегда запомните это, что человек должен всегда искать оптимизм везде.
Нельзя вот в таком настроении находиться. Это патовая ситуация. Тот момент, когда человек вот так перед судьбой, значит, все, наверное, скусит. Дальше уже скусит. Вот. Как это, откуда силы берутся? От природы. Как надо к природе относиться, чтобы силы были? С любовью, нужно верить в природу, нужно сильное чувство развивать. Это постепенный процесс, медленный. Нужно постепенно прийти к этому чувству радости, вот это испытывать радость по отношению к природе и наполняться ей. Понятно, начинается с всего. А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер. То есть я наслаждаюсь чем? Ветром, наполняюсь силой. Есть энергии, понимаете, в этом мире энергии, дающие человеку победу. Какие это энергии? Энергия ветра дает человеку силу, решимость, волю, трудолюбие, концентрацию внимания, хорошую память, физическую силу мужчине, стройность женщине. Дает человеку способность достигать силы ветра, сила солнца, что дает человеку. Дает человеку оптимизм, жизнерадостность, дает человеку хороший иммунитет, способность побеждать болезни, дает человеку хорошее пищеварение своими веществами, дает человеку красоту, оптимизм. Это все сила солнца. Дальше сила земли, что дает человеку. Становит человеку спокойствие, умиротворение, хороший сон, прибежище. Дает человеку убирает все воспалительные процессы в организме. Понимаете, все приводит к миру, гармонии. Это сила земли. Сила воды, что дает человеку? Нежность, обмен, гармонию, доброту. Спокойствие тоже вот такое отношение, спокойное отношение. Хороший обмен веществ и так далее. Сила пространства дает человеку широту взглядов, дает человеку легкость внутреннюю, свободу, ощущение полета, свободы и так далее. Понимаете, это все силы, которые я перечитаю. Без этих сил человек не может жить. У меня один друг есть, он в Индии жил, как монах одно время, и сильно заболел тяжелой кишечной инфекцией, которая косит насмерть людей. Его серьезные ортопедические врачи лечили, лечили, ничего не помогает. И он уже весь как скелет, короче, там, из него уже все вытекает. И его просто вынесли на солнце, пекло просто, лето в Индии, пекло 50 градусов, вынесли на солнце и говорят: сейчас тебе только солнце может вылечить. Или ты помрешь, или выживешь. Настройся на молитву, слушай голос молитвы. И начали, сели по четырем сторонам света и начали молить. Тоже сидят на солнце, молятся. И он просто нет выхода. Он говорит: я в этот момент понял, что если я не буду слушать, значит я погибну. И он лежит и весь погрузился в этот звук. Идет солнце на него и молитва. Час полежал, ему начало становиться легче, и он вылечился через 2-3 дня. Все. Полностью восстановился. Наполнился просто энергией солнца, и все. И они, эти люди, они дали эту энергию солнца, силу его в теле. То есть они его дали усвоить, эту энергию. С помощью звука они начали адаптировать эту энергию к телу, настраивать его на эту энергию. То есть полюбить энергию стихии очень сложно, это бесконечный процесс. Порфирий Иванов так любил солнце, что он не мерз, даже спал на снегу. Понимаете? Спал на снегу человек и не мерз. Так сильно он наполнялся солнцем. Хотя он не в Индии жил, в России. Зимой это было. Ну то есть, о чем я говорю сейчас вам? О том, что это бесконечный процесс. Учитесь любить людей. Вы получите социальную силу в жизни. Разные виды социальной силы есть. Допустим, если человек любит дружить с людьми, что это за сила такая? Вот ты любишь дружить со всеми, что это сила? Эта сила притягивает деньги. Вот, допустим, если человек хочет торговать, он должен
уметь дружить со всеми. Но он может, связи у него будут со всеми, все быстро будут. Ну, к нему будут люди притягиваться, понимаете? Вот, допустим, человек торгует где-то в бутик у него, да? Все проходят мимо, и если тот денег хочет больше, чем дружба, то тогда люди чувствуют, что из них что-то вытянуть хотят. И они проходят мимо, не хотят покупать. Но если человек любит людей, он дружит со всеми, к нему заходят, чего у вас тут продается? Или, а где можно купить вот это такое платье? Он говорит, да пойдемте, я вас провожу, там вот. И раз он провел тебя, ты потом думаешь, блин, на всем рынке только один нормальный человек. И к нему назад потом, платье купила, к нему назад. Кого такое было? Назад, а что у тебя продает? Он показывает, что у него. Тоже нормально, без задней мысли. Придите на цветы взглянуть. Всего одна минутка, приносит розу вам на грудь, цветочница Анютка. Ну, такое настроение примерно. Понимаете? Удача, успех, бизнес. У меня есть один знакомый, он вот прямо с нуля открывает вегетарианский ресторан. То есть там продают вегетарианскую пищу. В Москве, на Арбате прямо, в центре Москвы. Невозможно. Но что это за человек? Он каждого человека встречает, тут же начинает с ним дружить. Кто-то заглянул, он уже не может больше никуда ходить, потому что там у него доброе общение, беседа. И людям не важно, что там вообще их кормят человек. Они просто приходят в гости к этому человеку и тусуются там все постоянно. Понимаете, у него просто кипит там жара, у него никогда не бывает, что никого нет. Потому что он любит людей. Он такой человек по природе, ему нравится тусить с людьми. Я его спросил, зачем ты ресторан открыл? Он говорит, мне нравится с людьми быть. У него все знакомые. Понятно, да? Вот так надо. Это торговля, вот так, такое качество. Дружба. Способность дружить с людьми. Если ты любишь просто, ну, любишь заботиться о людях. Вот тут такой старший. Кто такой старший вообще? Старший — это тот, кто признает, что люди могут тупить. Давайте определим сейчас, я тест проведу, для кого вы старше. Вот, допустим, вы идете по улице, и собака такая на вас. Ну, вы как бы, вы по-доброму к ней относитесь? Нет? Но она собака, она тупая. Ну, не работа, она просто вот тупая. Все, вот если глубоко посмотреть, она гавкает, потому что она боится и страшно, она так защищается. Вот она вообще глупое существо такое. И вы по-доброму к ней, да? Значит, вы старше для нее, и она это признает. Если она увидит добрые глаза, она такая, как бы... Я вам сейчас расскажу историю. Я разок приехал в Омск, там у своих друзей остановился, в частном доме, и у них в доме... Ну как вам объяснить по-русски? Ну да, примерно вот как лось. Такая собачка такая. Вау! Вау! Вот так примерно. Ну то есть круто вообще, понимаете? Так не вау! Вот так. Ну то есть, понятно, да? Может лапы убить, короче. И она на цепи такая, у них там собака. А я зашел, она на меня... Я такой... Я говорю, как зовут собаку? Они собаку зовут Карна. У Карна отвечает причинно-следственная связь. Ну, то есть почти что судьба. Ну, это санскритское слово, неважно. Я такой смотрю на нее, говорю, Карночка, я так рад тебя видеть. И собака такая, она такая вообще, короче, бесила. Ну, то есть ее задача меня испугать. Раз я испугал, значит, я с чужой. Раз чужой, значит, она права. А так, чука, ты не человек. Если он нормальный. А гавкать надо, потому что она так зарабатывает себе на еду, понимаете? Я такая со всей силы. Такая и смотрит на меня. Ну прям со всей силы. Авторитетно так очень.
как гавкнула кто-то. А я кармочка, так подобрала на нее. Ну, принял удар судьбы, так, на нее. Знаете, чем закончилось? Собака, короче, как меня только увидит, она бежит в будку, сразу прячется, выглядывает оттуда, такая, и сразу прячется. Она не может на меня смотреть. Ну, то есть она ответственная такая, ей надо как бы охранять дом. А тут такая ситуация, оказия получилась, что я на нее смотрю по-доброму, как старший, и она меня вроде бы уважает, и гавкает надо. Ситуация безысходная. И потом она меня видит, как дернет только в будку со свистом. Нету. Совесть включилась у меня. Ну, то есть, кто является старшим? Старшим является человек, который дает людям возможность быть глупыми. Вот кому вы можете дать глупым возможность? Для кого вы старше? Если, допустим, видите своего сына, ты че опять двойку получил? Кого ты такой дурак уродился? Сложно понять, кого. Вот. Если вы видите, что он не любит, да, фишку, не понимает, что он... Значит, он еще просто маленький, он не понимает. Это значит, вы для него старше. Он как будет к вам относиться? Если он увидит, что он получил двойку, вы его можете наказать, это нормально. Но при этом вы не удивляетесь, не строите квадратные глаза, не делаете. Вы просто по-доброму его наказываете. И с этого момента он на всю жизнь запомнит, что вы старше. Рассказываю вам историю своей жизни. Ну, вы же поняли, что я вам не просто басни рассказываю. Это реализованный опыт. Этот опыт я получил в первом классе. В первом классе я когда учился, мама решила, что сама она со мной не справляется, и она меня отдала в группу продленного дня. Это значит, что после уроков, после школы мы там вместе учили уроки в этой группе. Я быстро выучил уроки, потому что там была библиотека в этой группе, и стояла большая, толстая книга, которая называется «На суше и на море». Эта книга для меня была поразительно интересна, ее в магазине купить было невозможно, потому что эти книги раздавали тогда только по школам. Ну, то есть одна книга на всю школу. И очень интересно, там про все рассказывалось, про дальние страны, про рыбок и зверушек разных, и про все, короче. То, что мне было интересно, я был в первом классе. И я читал эту книгу, когда я выучил уроки. И потом, так как больше никто книгу не читал, мне книга очень была интересная, я ее прихватизировал. Ну, то есть, за себе домой. И решил продолжать читать дома. Но когда учительница на следующий день спросила, кто взял себе почитать книгу домой, и посмотрела на меня. Никто не мог взять, я же читал. То я сделал вид, что я не заметил вопроса. Потому что мне было стыдно об этом говорить. Почему-то. Вот. И учительница ничего не сказала больше, ничего не сделала, не начала меня стыдить и говорить, что я как бы моральный урод. Такого она ничего не говорила. Она просто взяла и забыла тему. Но потом на следующий день она позвонила к нам домой и сказала маме, у нас рейд, мы проверяем, чем наши дети занимаются дома, вне продленного дня. Ваш ребенок дома? Дома. Если я дома, значит, чем я занимаюсь? Читаю книгу. Она прошла в мою комнату и увидела меня с этой книгой. Села рядом со мной. И я сижу. Она говорит, интересная книжка. Я говорю, да.
Она со мной поговорила и сказала: если хочешь, дальше читай. Но через несколько дней лучше ее вернуть назад, потому что другие дети тоже хотят читать. Ладно? Я говорю: ладно. И с этого момента я понял, что воровать нельзя. Понимаете? Потому что я соприкоснулся с кем? С добрым человеком. Человеком, который меня не косил, не глушил, не орал, а просто по-доброму отнесся к своему поведению. Понимаете, я на всю жизнь запомнил это. Понятно? Также в школе я узнал, что такое строгость справедливая. У меня была учительница, которую я очень любил. То есть я был влюблен в учительницу. Она была строгой и красивой. Я любил эту учительницу, и она мне разок через 2-3 месяца после начала учебы поставила 2 единицы. На одной странице и на этой же странице с другой стороны тоже 2 единицы. И я после уроков пошел вокруг школы, чтобы зайти подальше, чтобы выдернуть этот урок листок, потому что я боялся, что меня будут ругать. Я шел, и когда я зашел совсем далеко, вокруг школы, оказалось, я прямо стою напротив окна своего класса. Я об этом до этого времени не думал. Я понял, что я зашел далеко и начал выдергивать листок. И когда я выдернул, я услышал стук в стекло. И она стоялась на учительнице. Она не нужно так пальчик. Я пришел назад, она заклеила листок, промелевала все. И после этого я ее разлюбил. Вот чувствую, в сердце ничего не осталось. Ну, потом меня как бы сделали. Дома такую практику, точечный массаж по одному месту. Вот, я выучил все как надо, потом поставил мне 4 с улыбкой на лице, говорит: вот теперь ты молодец. И я подумал: наверное, все-таки она хороший человек. Знаете, я потом понял, что такое строгость современная. Только через добрых людей все это можно понять. То есть, если вы хотите, чтобы у вас фирма работала нормально, если вы хотите, чтобы люди от вас не уходили и притягивались хорошие сотрудники, тогда научитесь быть старшим. Быть старшим означает понимать, что есть люди, которые хуже тебя соображают, как правильно. То есть младший имеет право делать глупости на работе, не имеет права критиковать старших. Старший имеет право быть строгим, но не имеет права делать глупости. То есть старший — это ответственный человек, но при этом не может быть строгим. Младший не может быть строгим со старшим, но он может делать глупости. Если это разделение есть, значит все будет нормально у вас. Ну то есть, другими словами, я вам рассказываю о том, как строить отношения с людьми, чтобы быть успешным. Успех приходит через людей. Я подошел к своему наставнику и говорю: какая судьба в моей жизни подействовала, что я даю знания людям? Он посмотрел на меня, наставник, говорит: садись, я тебе сейчас объясню. Ты когда людям что-то рассказываешь, ты их любишь? Я говорю: люблю. Вот это и подействовало. Они говорят, когда ты им рассказываешь что-то, они тебя благословляют в это время. И через их благословение тебе приходит знание. Понятно? Ну то есть идея в чем заключается? Если человек хочет быть успешным, Бог его сделает успешным. Ты просто делай правильно свой долг, выполняй, пойми, как это делать правильно, и у тебя все получится. Ну то есть ты станешь старшим для младших, и тогда у тебя будет хороший коллектив, команда хорошая. Ты станешь равным для равных, то есть дружить честно. Друг беде не бросит, лишнего не сбросит. Вот представьте, вы общаетесь с каким-то очень духовно развитым человеком, он выколачивает из вас все деньги. Это духовно развитый человек? Нет. Это друг? Нет. У меня в Москве была одна женщина,
которая девушка, которая мне задает мне вопрос. Олег Геннадьевич, у меня есть одна духовно развитая подружка, и она постоянно живет на мои деньги. Я говорю, духовно развитые люди, иначе деньги не живут постоянно. Вы в чем-то что-то перепутали. Она говорит, ну она где, я сейчас ей помогаю. Я говорю, а 100% произойдет две вещи. Первое, вы разочаруетесь в этом человеке. Второе, вы поймете, что вы зря давали ему деньги. Так оно и произошло. Потому что можно прикрываться чем угодно, понимаете? Духовно развитый человек ни от кого ничего не клянчит. А если человек клянчит, значит он прикрывается духовностью ради своих корыстных целей. Надо отвергнуть такие отношения. Изучайте все как правильно.